Бертон, командный пункт управления поездами. Сейчас мы его захватим. Да, мы захватим и столкнем два поезда между собой. Ну что тут, чаек что ли попиваем? Ну-ка, подними руки. Что вам здесь надо? Здесь нет денег. Здесь нечего грабить. А мы пришли сюда не грабить. Тогда что вам здесь надо? Нам нужен пульт управления поездами. Но зачем он вам? Мы хотим столкнуть два поезда лбами. Ха-ха-ха-ха. Нет, вы не посмеете это сделать. Ну-ка, подними руки выше. Вы что, это нельзя сделать? Ведь много пострадавших может быть. Это поезда полицейские, а мы полицейских не любим. Так что мы столкнем их лбами. Выходи на... Эй, привет, ребята! Вы не поможете нам? Здесь неподалеку находится пункт переключения управления поездами. Вы не могли бы съездить туда и узнать, и передать нам по рации, почему нас переключили на другую линию? Да, мы знаем, где находится пункт переключения железнодорожных путей. Сейчас мы туда съездим. И передадим вам по рации, почему вас переключили на другой путь. Отлично! Спасибо вам большое! Все, дальше можно не ходить, смысла нету. Что вы собираетесь со мной делать? Ничего личного, приятель, но нам свидетели не нужны, как ты понимаешь. Что, копы обложили? No! Да что у вас здесь происходит? Воришки захватили командный пункт управления поездами и хотят столкнуть два поезда между собой. Быстрее, на командный пункт, нам нельзя терять ни минуты. Не двигаться, подними руки, ты арестован. Быстрее, надо переключить красный рычаг, иначе произойдет неизбежное. Только бы успеть. Фух, успели. Как же хорошо, что вы вовремя подоспели. Да, нам действительно повезло. Ну хорошо, что все хорошо закончилось. А ты, воришка, сядешь в тюрьму.